уже находится в руках сил ВСУ. Это правда или нет? Ну и в целом, о ситуации с юга начнем тогда. Да, взяли Высокополье, Ольгина, ну, Потемкина, оно было так за нами. Это села справа, слева от Высокополья. И сейчас там в Новопетровская российская армия пытается героически удерживать, но посмотрим, что будет. Да, вот, набрали там пленных из состава армии ДНР. Заметьте, где ДНР, а где в кавычках, да, ДНР. Ну да, да. И в кавычках армии, да, где ДНР, где они защищают национальные интересы ДНР. Вот. Но тем не менее, они там взялись, где-то в пленных, наверное, человек, наверное, ну, чуть больше десятка. То, что мы видели, я опираюсь сейчас не на реальные данные, а на открытые, потому что я апеллирую всегда открыто. И по принципу не навреди. Но даже то, что видели, уже видели, что там не менее 10 человек. Как бы, да. И вообще наступательная операция — это всегда много пленных. Это всегда хорошо, потому что будет на кого наших. Вот, это не единственный населенный пункт, который взяли на Херсонском направлении за вчера. Но сначала Генштаб, да, скажет, да, военные, потом я смогу подтвердить это публично, им приоритет в деле озвучивания, какие населенные пункты взяли, где ведутся боевые действия и так далее. Мы действуем, напомню, по принципу не навреди, здесь надо быть крайне аккуратным. Но я знаю, что взяли еще 3. Еще 3. Но продвижение-то есть к Херсону вообще как таковое-то? Ну, тут, Марк, это же не та стадия операции, чтобы мерить ее продвижение в Херсону. Здесь пока идет захват рубежей, объектов и так далее, которые удобны для дальнейшего введения в бой резерв. Сейчас речь идет о том, чтобы мы разнесли нафиг в ноль их логистику, их тыловые запасы и изолировали театр. Фактически спикер АК «Юг» Наталья Гуменюк, по-моему, сказала, что российская группировка теперь, насколько я понимаю, в оперативном окружении. По-моему, она все-таки сегодня сказала, но кто-то из высокопоставленных военных, поэтому я могу применить эту фразу. Оперативное окружение — это всегда приятно, это около 20 тысяч российских военных находится на правом берегу, без особой возможности снабжения, взаимодействия с большой землей. Конечно, они через паромные переправы там как-то пытаются, конечно, понтонные мосты, там, конечно, то все, но это все под огневым контролем, очень быстро обнаруживается, уничтожается. Косвенным признаком того, насколько проблемно у них с использованием переправ того или иного вида, это то, что они категорически запретили местным жителям переправляться с берега на берег под страхом расстрела. Да что ты? А почему? Да. Почему? Ну, боятся, во-первых, того, что они будут наводить, видеть, наблюдать. Во-вторых, они и без того как бы хотят просто, чтобы избегнуть, в принципе, нахождения гражданских рядом с военными объектами, похожими на переправы, потому что нет у них времени и возможности. Они все очень в огромной спешке делают. Разгоняют гражданские машины, объясняют тетенькам и бабушкам, что вам нельзя переправляться. Не хотят тратить на это время. Они хотят очень быстро и быстро и в короткие сроки перебрасывать накопившиеся там войска, технику, оборудование и грузы, потому что понимают, что в любой момент может прилететь. И ведь прилетает по полной. Поэтому это, вот оно, смотрите, когда большая тяжелая система сдвигается с места и катится с горы, например, то первое движение кажется, ну, очень медленно, пока эта масса стронется. Но зато под воздействием своей собственной массы оно все быстрее, 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 быстрее. Вот мы сейчас имеем, вот представим себе огромный шар наверху горы, да, металлический, еле-еле его, он шатался, еле-еле его столкнули, и он сейчас медленно проворачивает, он даже еще не покатился. Но потом падение боеспособности начнется обвальное. И я думаю, что в срок... Две-три недели, дай угадаю. 3-4 недели, там станет совсем интересно на этом плацдарме, потому что темпы расходования боеприпасов и материальных средств там сильно превышают любые возможности снабжения. Хотя, конечно, российское командование перебрасывает туда все, что у них, все, что может переправлять. Там начинают этих самых понтонов, там, я не знаю, самоходных барж, просто барж, я не знаю, это как это... На бычьих пузырей, дутых воздухом, да, что там еще, накачанных из насоса вещмешков, все идет в ход, и все это не очень проходит, как бы, да. Оно проходит, конечно, и техника проходит, и грузы, но это капиллярно. Там этой группировочке 1004 тонн грузов нужно в сутки, только чтобы нормально себя чувствовать. Реально сколько без всякого усиления. Я не думаю, что они пропускают, ну, хотя бы 1000, около того. Вот. То есть они, наверное, обеспечивают потребности группировки, но, может, лучше процентов на 30-40. Это катастрофическая история, потому что бои-то интенсивные.
И, кстати, вот это сочетание наземного давления, когда она вынуждена расходовать боеприпасы, и активная работа наших дальнобойных средств, вот оно и порождает коллапс. Коллапс, прежде всего, по логистике. И, ну, и не только по логистике. По некоторым данным, только никому не скажем, что я их озвучил, да, потери да, за первые, за первые четверо суток операции в российской армии свыше 1500 убитыми ранеными. 1500 убитыми ранеными. Только, да, первые четверо суток. А за это время уже утекло еще двое суток, и они, ну, что там дальше? Там, в принципе, проблемы. Это все нарастает, 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 нарастает. Ну, хрясь, изменения копятся постепенно, реализуются скачкообразно. В какой-то момент эта группировка будет разрезана и просыпется, и пошло, пошло, и пошел обвал. Котлы пленные, там, да, окружение и так далее. Ну, как бы, а что же не хотели?